Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Директор Адлера. Я нахожусь в районе Светланы. Вот остановка Светлана, подземный переход, новый перекресток и курортный проспект. И мы будем сейчас двигаться до остановки Театральная. Потом будем смещаться в Приморский парк. Прогуляемся по парку Приморскому. Я желаю всем прекрасного настроения и приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее, поставьте мне лайк, потому что мы начинаем. Вот мы двигаемся от остановки Светлана. Сейчас я ребят обгоню. К остановке Театральная. Сейчас мы будем двигаться. Вот у нас отель «Жемчужина». Там рекламное место. Вот такая у нас тут архитектура. Смотрите, у нас уже зеленеют деревья. Вид в ту сторону. Вот мы идем сейчас по мосту. Идем, в общем. Сейчас по парку Приморскому прогуляемся до смотровой Пулман. И потом я буду запускать стрим. Сегодня, думаю, очень интересный стрим будет. Потому что сегодня выходной. И очень много музыкантов в Сочи, разных творческих людей. Вот сейчас я и пойду их искать. И смотреть, и вам показывать. Надеюсь, вы подписаны на все ресурсы. Также еще я сейчас вот буду делать фотографии. Фотографии вот одна из них. И буду скидывать их в свой телеграм-канал. А потом... Да, вы подпишитесь на телеграм-канал, потому что сегодня я купался на пляже Апельсин. Вы, наверное, о таком даже не слышали. И на этом пляже песок, и там можно купаться даже во время шторма, что мы и делали всегда. Смотрите, какая сочинская архитектура интересная. А вот этот домик мне очень интересный кажется. С окнами почти на дорогу. Представьте, домик чей-то. Интересно, так близко его построили. Или он тут был, а потом уже построили мост. Вон памятник Островскому. Так, вот мы подошли к остановке Театральная и начинаем смещаться к Зимнему театру. Вот тут пальмы высадили очень много, штук 50, может, по Сочи. Так, вот мы двигаемся сейчас к Зимнему театру. Смотрите, тут уже листья опадают. Уже вырастать надо, не опадать. Вот, смотрите, как красиво. Тут на Театральной. Вот кадр для моего телеграм-канала. Я сейчас хочу еще зайти в бювет и спить воды святой. Вот еще дом. Улица Театральная, 6, по-моему, он заброшенный. Так, интересно, бювет еще работает? Пойдемте посмотрим. Так, вот тут перед Зимним, я уже показывал, есть такой сад интересный. Вот сюда можно зайти, погулять. Здесь есть озеро. Ну и вот так
Очень аромат тут интересный. Вот черепашечка, смотрите. Ручная черепашка. Вон там еще одну поймали. Вон там, смотрите, сколько черепашечек. Очень много черепах тут. Вон, видите, они плавают. Так, и вот тут можно выйти. Вот, смотрите, красиво, зимний театр. Так, слушайте, ну я не знаю, ну пойдемте так, наверное, прогуляемся. Тут тоже сад, ну получается, вот сейчас с обратной стороны зимнего, и сейчас будем выходить в Приморский. Покажу вам этот сад, я давно тут не был, как-то был несколько раз. Может, тут что-то интересное сделали, пойдемте глянем одним глазочком. Фитофантазия, создан работником зеленостроя, лауреатом государственной премии, участником международных выставок Венчаговым Сергеем Ильичом. О, ничего себе, тут смотрите, какой сад, и тут даже закрываются на дверь. Да, потому что я уже переработал. Да? Почти час и 15 минут. А что, почему вы переработали? Меня же слипнет. Нет. А какой тут график работы? У меня? Ну, график тут работы? Это сад или что это? Ну, это фито. А, фито, да. Вот. Какой тут график? Все, все, значит, уже пора нам уходить, да? Да, приходите завтра. Все, до свидания, завтра придем. До свидания. Папа. Так, вот, тут фитоуголок, представляете? Пойдемте в парк Приморский. Красота, вон море у нас. Идем на Бювет и в парк Приморский. Так, вот мы тут на главном входе в зимний. У нас уже закат намечается. Я думаю, вот закат проводить на стриме сейчас самое красивое у нас будет. Так, Бювет, пойдемте проведаем, работает или нет. Так, и вот тут какие-то реконструкции, я смотрю, начались. В зимнем много выступлений разных, по расписанию указано. Так, и что у нас здесь? Уважаемые гости, просим изменения за времени удобства, выполняются работы по благоустройству города. Так, идут работы по благоустройству. А мы сейчас посмотрим. Так, воды нет, представляете, видите. Все перекрыто, вплоть до сюда. В общем, Приморский огородили, представляете?
Я думал в Приморский зайти. Так, а там какие-то ребята ходят. Как они туда попали? Слушайте, там гуляют люди. Ну, раз там гуляют, значит, и я сейчас туда пролезу. Я не понимаю, как тут, как вот так? Опять то же самое. Уже ж было такое, что они перекрывали, и все гуляли. С одной стороны перекрыто, а с другой открыто. Сейчас мы пройдем. Так. Здрасте. Там открыто у вас? Там открыто. А, ну все, хорошо. Оп, мы тут эти. Спорт, спорт. Вот тут скрыли в Приморском, смотрите, все вообще. Вот так выглядит парк Приморский. Так, я хотел вот зайти в уборную. Пойдемте покажу, где она. Смотрите, вот эта аллея роз, и тут тоже все перекопали. Ничего себе, как это они так? Просто такая яма. Да. Ну там есть проходик. Вон там. Да. И туалет открыт. В общем, тут перекопы, блин. Пипец, ну тут такого Приморского вы еще не видели, я думаю. Сейчас я быстренько зайду с другом своим новым. Так, ну что, друзья, идем смотреть ремонт на улице Приморской, также реставрацию на улице Приморской. Идем смотреть. В общем, тут прям по-серьезному они решили, вы видите. Тут представьте, этой плитки, она тут, ну, десятилетиями, по-моему, не менялась. Эти бордюры здесь, по-моему, еще Советского Союза стоят. Видите их? С них, смотрите, хотели снять плитку, они просто развалились. Посмотрите на них. Они просто развалились. Потому что уже прошло много времени. Так, ну идем на смотровые площадки. Так, вот такой он парк Приморский. Пойдемте по нему пройдем. Так, вот кадр для моего телеграм-канала. Раз. Смотрите, они такие заборы привезли. Просто, понимаете, реставрация началась тут. Надо было это все зимой делать, а не сейчас, когда... Уже все... Начинается сезон. Так, вот мы идем по Приморской. Просто вся Приморская разломана. Пойдемте посмотрим, что с Багирой. Сегодня воскресенье, у них уже, по-моему, рабочий день закончился.
видите, ну прям тут очень серьезные перекопы. Вон Багира. Вот это кадры. Так, и вот до сюда они перекрыли. Вот мы сейчас тут и пройдем. Они, наверное, будут вот такими участками делать. Но видите, сейчас тут никто не ведет работу. То есть это же надо делать быстро, как можно. А тут просто разломали все. И все это дело валяется. Так, вот мы тут перелазим. Вон новые фонари, столбы привезли. Тут у нас вид на море сказочный. Смотрите, какой красивый. Пушкин на фоне пальмы и отеля Хаят. Очень много кадров наделал. Вот спуск вниз к набережной. А мы сейчас будем по смотровым идти. Вот у нас сейчас две смотровые. Проходим библиотеку имени Пушкина. Так, вот турники, тут трос натянут, сейчас будут ходить тут по тросу, что ли. Так, вот смотровая у Александрийского маяка. Так, ну пока еще солнце высоко. Так, вид у нас отсюда открывается на Дельмар. Главное тут не подскользнуться. Слушайте, а тут такой обрыв. Интересно, он может упасть? Вот это секретная смотровая. Летом ее не будет видно. Вот если бы эту дорожку еще перекопали. Ну, кто-то тут был. Так, и вот такой вид с этой смотровой. Вот смотрите, тут сносят. Здания, отбойники. Вот такая секретная смотровая. Идем на пулман смотровую. Сейчас прогуляемся до конца парка.
я запущу стрим. Идем вдоль Пулмана, смотрите, какое красивое красное дерево. Вот бюст Мориса Тореза, и дальше там есть отель у Мориса Тореза. Так, ну что, вот у нас первая смотровая. Девочка пошла купаться. Так, сейчас я вам покажу. Вон она. Это кадр интересный. Так, показываю вам другие тоже кадры интересные. Вот фудкор палуба. Вот смотровая на Пулмане. И вот эти, я люблю места. Пойдемте, покажу вам, какие там виды. Вон девочка искупалась. Вот молодец какая. Вот мы видим пляж Маяк. Такие тут интересные пейзажи. Красиво. Сколько? Раз, два, три, четыре. Четырехуровневая. Тут набережная. Так, там уже барабанщик барабанит. Что-то он сегодня рано. А я сегодня Милу пойду слушать. Так, и вот такие тут у нас виды. Ну что, друзья, я думаю, на этом буду прощаться. Сейчас буду запускать стрим. Поддержите меня, если вам понравился ролик. Поставьте лайк, напишите комментарий или отправьте донат. Я буду вам благодарен. Подписывайтесь на все ресурсы, на Telegram, на YouTube. Дальше будет интереснее. Смотрите. Какая у нас атмосфера интересная. Все, я сейчас буду запускать стрим. Кстати, а вот отель Мориса Тореза.
если что. Все, всем удачи, успехов и хорошего настроения. Счастливо, друзья.